Так, ну вот продолжение такие вот. Красивые. Черные скрытые. А как порода называется? Ростовские. Ростовские? И почем такие? Это 4 пары, это 5. Это 3. Это 3. Вот красивые. Красивые. Они как, ростовские статные или качуны? Статные качуны. Красивые, черные очень красивые. Черные, да. Ну поверни. Да, их видно, они красивые. Сразу белая, черная мазь вот как-то. Ну это принципе, эти редкие. Вот эти редкие, желтые очень, и красные. Понятно. А телефон можете свой дать? Может, кто-то заинтересуется, позвонит. 8 918 39 39 39 39 447 447. А звать как вас? Олег Валентинович. Я в однокласснике. Олег Валентинович. Вот такие тоже. Вот красивые. Повернись. Это крюковские. Крюковские. Кто-то меня спрашивал крюковских белых. Спрашивали с Пятигорска. Ну, я думаю, если посмотрят, звонят. Спасибо. Так, белые. Сизые. Препараты ветеринарные. Так, немножко пропустил. Немножко. Такие мраморные. Черные. Албаши. Белые широкохвостые. Албаши. Ну, не понимаю. Ну, что там не понимаешь? Сизые ботинцы. Я понимаю. Голубь пропал. Такие. Ну, я хуй. Сизые, сизые, белые. Белые. И почем такие белые? 500 рублей голова. Краснодарские, мощные. Шейки. Почем такие шейки? Ну, люди зато видео посмотрят, будут знать, стоит ли сюда ехать, не стоит. 500 рублей голова. Головатый. А головатый? 500 рублей. Тоже. Шейка. Сжать, у него нет сжать. Черноплечие. Черные. Разных чубатых заплатов. Таких нету? Нет. Одну пару продал, еще красивее была. Это краснодарские? Да. И что стоит такие пары? Полторы. Полторы тысячи. Красивые. Красношейки чубатые. А шеечки почем такие? Рублей голова. Мраморные шейки. Сизые. Владикавказ 15. Владикавказ. Да. Вот такие. Вот, все по 50 рублей люди выносят. Голуби никому уже
не нужны никому. Вот целая клетка, сизые какие-то. А это уже зычи, дикарей наловили. И дикари тоже на базаре. Вот белые. Широкохвостые. Благодарницкие. Желтый, красивый. Благодарницкий. Где хозяин? Это дедушка, что по телефону говорит. Белые, белые. Белые чубатые с навесами. Павлины. Почем павлины? 300 рублей. Вот такие тоже. Это как порода называется? Это урюпинские статные. Урюпинские статные. И почем такие? Прошу 500 голова. 500 рублей голова. Что павлины? Павлины. Мраморные, белые. Как раз наши 600 голов. А вот когда? Да. Можете посмотреть. Тонко порезать. Убивать на больших нет. Желтохвостые павлины 600 рублей. В итоге так, если подумать, мы шейки. А шейки почем? По 500. 500 рублей. 500 мраморные. Белые бёрки краснодарские. А такие почем молодежь? Тоже 500 рублей. Краснодарские бёрки. Кролики. Кролики. Так. Такие. Головатые. Головатые. А почем такие головатые? 200 вот, я не знаю. Это что, Вика или что? Нет, это... Сорга, да? Ага, точно, сорга. Почем такие головатые? Какие? Вот. Вот этот? Да. 500 рублей. 500 рублей. А оба что, боем? Это просто дай парфюм. А? Просто дай парфюм. Ну, я вот видео снимаю, чтобы люди хотя бы знали цены. А вот белохвостые такие краснодарские. 2000. 2000. 150. Семечка хорошая, не жирная. Шейки. А они на 3000 что-то делают? Едят, блядь, на 5. Ну, на 3000 я могу покушать. Не говори мне. Ну. А мы на полки. Ты что, ты выбрал что-нибудь? Да. Шейку последний цены скажи, полуграмм бабай. Вот он здоровый. Бабай. Раз не покупаешь, люди начинают язвить. 3000. Еще что-то, еще что-то. Не нравится. Головатые. Головатые. Чернохвостые молодежь. Лакинчата. Это все его. Так, здесь у нас узбеки. Что-то напыженные сидят. Есть хороший чубак. Есть. Достойный очень. Вот, посмотри, молодой. Тоже узбеки. Капканчик. И почем такой вот капкан? Капканчик? Да.
на троляк одна. 3000. Красивый мраморный вот с бородой. Жить там вот такого продает. Темный, темный снег. Где? Хороший. Наверное. Редко увидишь. Темный, синий. Здесь тоже линяют. Линяют голуби. Ну, здесь оперки у нас. Все головки должны быть, кроме вот этого вот. Так, давай ключи положи, я у него забрал. Сейчас. Поймал. И белые, белые чупаки. А белые чубаты краснодарские или эти? Да? Да? И что стоит? 500 пар. 500 рублей пар. Всего. Понемножку. Черные чубаты. Белоносые, головатые. Головатые. И почем такая пара? Вот, желтоголовый. 600 пар. Гониный нет? Вольерный. Вот. Глаз колотый. Это вот такой вот глаз. Как мне объясняли, означает, что чистокровный. Головатый. Там половина черный, половина. Тоже Ташкин. Ташкин. Белые. Краснодарские. Хозяин в машине спит. Вот они большие. Большие. Тут черные такла. Сизые. Птица вся линяет. Тульчик отдай. Пива, целая куча. Так. Здесь у нас павлины. Зевает. Так, крестовые монахи красные. Белая такла. Носочубые. Ваши? Почем так? Штука. 1000 рублей голова. Белая такла. Эти то же самое. По 1000. Желтые. Белые. Вот такие. Черные, рябоголовые, белоголовые. Таких еще не видел. А телефон можешь дать свой? Нет? Продиктуй. Да, на видео. 8-988-461-461-58-39. А звать как? Максим. Максим. А гоняется птица что-нибудь? Как бы это у меня есть, вы эти не гонены. Вообще гоняю, есть. Есть гонены? Ну, как бы гоняю. Я их как бы не особо так давно начал. Ну, понятно. А сам откуда? Краснодарский? Да, местный. Понятно. Хорошо, спасибо. Такие вот так вот. Всякие разные. Что-то есть гоненое, что-то не гоненое.
Ну, таких я, если честно, не видел. Так. Это широкохвостый чили. Широкохвостый. Две линии. Одна на черную масть и одна на рыжую масть. И на черную здесь две линии. А это чуть рыжина. И сизый широкохвостый. Вы их гоняете? Да. И как они? Ну, чили хорошо летят, легко летят. Прям как ласточки такие. Эти немножко отстают, а самое лучшее всего чили летят. Мне нравится. Что-то я не знаю, люди одни переходят на них, другие жалуются. Ну кому как что нравится. Ну, по идее, да. Сокол, говорят, хорошо их бьет. Они, полет у них плавный, они вот как бы зависают, нет, бьют. Медленный полет, не быстрый. Не быстрый, да, медленный, да. Медленный полет, не быстрый. И высоту набирает, и становится на месте, и отрабатывает все свое. Своим, своим. Не насается так. Не, ну да. Зависит. Вот из-за этого на них жалуются, то, что легкая добыча для сокола. Очень так они и летают вроде бы неплохо. Зависает, он сразу берет. Ну, он вот на месте стоит, черт не брать. Такие. А сзади он заходит, он его не видит, сокола. Понятно. Хорошо. И почем такие у вас они? По 500 рублей. По 500 рублей. Вот будут уже длинный, красивый. Сейчас перо наберет еще. Будет повыше, покрасивее. Ну, надо переходить на такую. Это уже отстает. Да. Благодарницкий. Благодарницкий. А благодарницкий почем ваш такие? По 500 рублей голова. И желтые, и корявые, головатые. А головатые почем? По 400 рублей. Красивые. Молодежь. Шейки молодые. А шейки почем? По 200 рублей. Вот такие тоже краснодарские. Большие. А вот краснодарские такие. Это не мои, но он 1500 пара продает. Ага. 1500. Вот такие вот. Чучело. Вот такой. Кабанчик. Такие красивые подделки. Лиса какая. Да. Красота. Красота. Так, что-то я пропустил. Пропустил здесь мраморные. Мраморные. Почем такие? Эти 5000, по 1500. Гониные? Есть гониные, есть гониные. Так гоняют. О, ну взял себе. Иди давай. Какие ракинцы. Двухчубые. А двухчубые такие? По 1000 рублей. 1000 рублей голова. Желтые. Павлины. Желтые, белые, красные. Белые чубатые. А, нет, чернохвостые. А почем такие чернохвостые? 500 рублей пара. Краснодарские чернохвостые. Тут. А желтохвостые? Тут один пара. По 300 рублей. Молодежь. Такие краснодарские.
Курочки, семья. И сколько такая семья стоит куриц? Кролики. 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 Так, здесь у нас тоже молодежь. Там Моздоцкий один сидит. Здесь. Не знаю, что это точно. И это узбеки бесчубые, носочубые. Пара хозяев нету. Так, вот такие шейки. Шейки. Шейки, черные бакинцы. А шейки почем у вас? Вот черные шейки. А поменять кровь? А эти по 300, а вот чубак по 500. Гонины? Вот один отношение у Валеры. А так они гоняют. Ну, они молодые, вот только они начинают. Бой на хвост. Почем шейки? Чубаты без шубы. А? Чубаты 500, а это по 300. Без шубы по 300? А это что, как за... называется? Это акбаши. Акбаши? И почем такие? Синие полторы, красные три, черные штуки пара. Здорово, здорово. И акбаши. Ну, тоже не гоненые, да? Эти. Ну, там кое-какие, но они валерные, маточные. Их кто гоняет таких? Только маточные, молодые. Ну, понятно. Красивый. Что? Так, вот такие вот. Подошло я. Сказал, блядь, не забай, блядь, если меня. Меня нету в этой связи. Курки. Почем таква? По 500. По 500. Молодняк по 500. Ну что, не принесут мои голуби? Эти по рублю. Узбеки, узбеки. Ты, узбеки, так. Монахи крестовые. Все как на подбор. Чернохвостые павлины. И почем такие павлины? А монахи? Павлины 500, монахи по 400. Крестовые монахи. Здесь такла. Такла. Черные тоже. Так вот. Черные такла тоже. И что стоит? 500 рублей. А ты соседний, да? Да. Вот такие молодые. Молодежь тоже по 500, да? Все молодняк. По 500 рублей. Такие. А благодарницкие по рублю. Вот они, хорошие, ухоженные. Я не знаю, сколько. Бесчубые. Масные, без помарок. А телефон можете свой продиктовать? Вот. По благодарницким кто-то там спрашивал. 8-961. 481. 96-69. А звать как вас? Тимофей. Тимофей. Вот. Есть благодарницкие. Есть вот
такая такла молодежь. Черные такие и рябые такие. Звоните. Спасибо. Если кого заинтересовало, статные. Такие. Статные. Такие. Чернохвостые. Плечи. А плечи почем такие? Пара? А мне просто... Да, это пара. Тысяча. Тысяча. Они плечи уже, сказать. А? Плечи. 1000 рублей пара. А хвостатые? Тоже. Они по парам. Понятно. Плечи молодые. Так, статные. Статные. Белые, черные. Да. Всего понемножку. Так. Мраморные. Мраморные. Белясые. Головатые. Его головатых на базаре море. Так. Машина проезжает. И почем головатые? А? Не, ну, чтобы люди знали. Везде разные. Просто можешь даже не заморачиваться, да? Так. Вот. Сесарки здесь. Вот такие белые. Белые. Это широкохвостые, да, белые? И почем такие? 800 рублей. Гониные, нет? Гониные. А вот эти краснодарские тоже небольшие. Белястые. Красные. Бакинчата. Так. Вот. Армавирские, белоголовые. И почем такие армавирские? По рублю. По рублю. Такие чубатые и бесчубые. А телефон можете свой дать? Вот если вдруг кто-то заинтересуется, вот спрашивали просто именно таких вот. Могу. На видео продиктуйте. 8-918-94-58-261. Назвать как вас? Александр. Армавирские. Вот такие белоголовые. Также белые, лохматые. Павлины, чернохвостые, пёрые. Почем такие павлины? 350 рублей. Красные. Так. Смотрю, всего понемногу сидит. Белястые, головатые, головатые. Здесь лучи,
Яблоки какие-то сидят. Так. Здесь тоже полевые и кабины. Вот, давай мы. Вот, смотри. Вот, конечно, да. Вот, за него то я отдал. Так, вот. Беленькие бакинцы. Благодарный скис. Что стоит? 500 рублей голова. Там павлины. А из головы не такие. Мраморные. Здесь эти стоят. Молодежь. Да давай. Красные. Статные. Потому что заебали нахуй. Че? Три голубки. У меня. И 10 голубков. Вот то же самое. Армавиры. Чубатые. И почем такие армавиры? 500 рублей голова. Желтые, черные, лохматые, чупатые, белые. Золотая, блядь. Да может мы подошли с тобой, сказали, давай сюда, дай тебе тапочку, блядь. Мрамор. Мрамор. Пакистанец. Черноплечие, мраморные, лохматые. Это то же самое, армавирские. Что у нас здесь? Белые, лохматые, пакистанцы. А пакистанцы почем ваш? Бойные или просто летные? 300 рублей. Вот, молодежь. Хвостатые. Перепелка. А молодежь почем? Да. По 300 рублей. Летные, бойные будут. И с боем хорошим. Обрез у вас красивый. Вот, смоляная. Молодежь. И, ну да, видно, что молодежь. Сняли и забрали. Да, он там хозяин. Мои друзья, поймаю. Да не. Спасибо. Так, мрамор. Мрамор. Чубаты. Без чубы. Птицы много на базаре. Чили будут. Рябоголовые. Черные, белые, головатые. Головатые почем такие? Разменяю. А, нет у меня. Серега. Мраморные, чубатые. Хозяин убежал. Мраморные. Вот. Почем такие чубатые мраморные? Пара рублей. Гоненые? Да. Здесь то же самое, чубатые. Лохматые, головатые, жидкоголовые, павлины белые, в мешочках закрытые сидят. И почем такие вот белые павлины?
9 тысяч. А это ихние цыплята? Такие. Не их, но такие. Ну понятно. Так. Такие сизые чубатые. Черные. Ордены. А почем вот ордены вы говорили? Да. И почем пара? 1000 пара. 1000 рублей пара. Вот широкохвостые сизые. А сизые почем такие? Это 2000 пара. 2000 пара. Клетку пролезу. Кто я возьму? Бесплатно. Белые то же самое, все широкохвостые. Вот тоже. Все пошло широкохвостые. Мраморные, белые. Хозяев нету. Здесь тоже вот чили. Чили. Черные бакинцы молодые. Такие. Армавиры молодые. И почем такие черные ваши? Рубль просит. А вот на рубль вот его купишь. Вот эти чуть-чуть подороже. Один рубчик, один бы чуть дороже. Потому что все в копеечку, блядь. Понял? Не, ну чего, нуля какой? Куда? Ну да. А мраморные такие почем? Это не, вот. Я говорю, вот я сюда привозил. Это мы Ставрополя, Сармагира. А бакинцы ваших так не вожу. Широкохвостые. На лето гонять. Вот я там ездил, смотрю. Молодежь мраморная. Выгнал. Раньше было там мрамор, чип, там, пугнуло, он согрелось, сел. Широкохвостые. А сейчас люди хотят, чтобы он съел. Так. Вот такие. Почем такие, молодец? 500 рублей. Широкохвостые. А эти почем широкохвостые? Широкохвостые от 500 рублей. Гониные? Вот этот голубь вообще уже сделан хороший. Ну и вот как они летают? Медленный. Нет, вот этот как бы с выхватом. Ну белые в основном они такие подвижные, качающие. Бах, крет. Мраморные молодые. А мраморные почем такие? По 400. По 400 рублей. Это голубка одна, взрослая. И молодежь головатый. Так. Широкохвостые. Вот такие. Узбеки. Узбеки. Желтые. Это узбеки же? Да. И метисы, и узбеки. Такие черные, вот ореховый такой, не знаю, фокусирует камера, нет.
такие. А вы только узбеками занимаетесь?